как правильно переходить дорогу, нужно знать всем. Ну, в каком возрасте следует знакомиться с этими правилами? Ученики лицея номер 160 решили, чем раньше, тем лучше. Администрация Уфы запустила общегородскую акцию «Безопасный путь 2.0. Перезагрузка». Всех участников дорожного движения призывают освежить в памяти правила. Школьники лицея номер 160 решили и сами их вспомнить и рассказать о том, как вести себя на дороге воспитанникам детского сада номер 63. Естественно, чтобы информация усваивалась малышам лучше, ребята превратили серьезные правила в целое театрализованное представление. Расскажи про ваш спектакль. У нас было очень весело, как бы мы готовились очень ярко, как бы у нас есть много ролей там. Ну, хоть это первый спектакль, но это было волнительно. Расскажи про свою роль. Я играла в роли Айболита. Там в нашем спектакле есть волчица, зайка, тигренок, свинки две. Герои знакомых сказок встретились вместе и оказались на оживленных дорогах мегаполиса. Что же с ними будет? Ребята должны помочь. Ведь правила дорожного движения – это основа основ. Особенно для жителей городов. Как вы готовились к этой акции? Мы проводили беседы в школах ОПДД, ходили в детские сады и изучали правила дорожного движения. Почему вы пришли именно в детские садики? Чтобы делиться знаниями, которые мы получили, с более младшими детьми, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. В рамках акции для школьников также пройдет конкурс рисунков и компьютерных технологий и КВН по правилам дорожного движения. Всех законопослушных водителей, пешеходов и пассажиров приглашают поучаствовать в конкурсе видеороликов. Расскажи в социальных сетях о том, как соблюдаешь правила дорожной безопасности, и отметь официальным хэштегом «Уфа безопасный путь». Самые креативные и творческие авторы видеороликов, набравших наибольшее количество лайков, просмотров уже 14 января 2020 года получат ценные призы от администрации города. Не стоит забывать о правилах дорожного движения, даже если вы куда-то торопитесь. Ну и светоотражающие элементы сыграют вам только на пользу. Паша Лапсев, Руслан Бикбаев, специально для «Горы новостей».